Фу, друзья, ну теперь можно выдохнуть, наконец. Беларусь выступила, осталось дождаться только голосования. Ведущая Петра благодарит Айвана за крутой перформанс и стильный номер. А ведь были слухи в самом начале, что Беларусь выйдет на сцену голышом и с волком. Но, да полностью голым, она говорит сейчас об этом. Но, к сожалению, правила Европейского вещательного союза это запрещают. О, нет! Спасибо за эту шутку продюсерам Евровидения.